Всем привет, я Александра Утяшева, и это «Новые танцы». Лучшие танцовщики в категориях соло, дуэты, команды и дети собрались здесь, чтобы определить лучшего из лучших. И бороться есть за что, ведь призовой фонд нашего проекта – 10 миллионов рублей. Путь к победе не будет легким, ведь сезон сразу начинается с батлов. Из двух участников дальше будет проходить только один. А кто из танцовщиков попадет во второй этап, определят члены жюри. Его команда выиграла последний сезон шоу «Танцы», а сегодня он может дать шанс будущему победителю новых танцев. Хореограф и режиссер Егор Дружинин. Она по достоинству сможет оценить музыкальный вкус наших участников. Мегапопулярная певица Клава Кока. У него достаточно опыта, чтобы оценивать танцовщиков совершенно разных жанров. Постоянный член жюри нашего шоу Мигель. Егор, как мы рады тебе, как мы рады тебя видеть, как мы тебя любим, Егор. Как вы рады. Клавочка. Клава Кока, хорошо, вначале официально. Мы тебя тоже очень любим. Взаимно. Скажи, спасибо. Пожалуйста, это твой первый опыт судейства? Мне кажется, что это мой первый опыт судейства на телевидении. Так. И я себя помню, как я стояла на этих сценах, только не танцевальных, а вокальных. Поэтому я даже не знаю, что будут сейчас чувствовать ребята, находящиеся там. И сама за них очень переживаю. Мигель? Ай. Ты рад находиться здесь? Ну, ты рад, что да, пришел я, Егор? Я, во-первых, с Егором сижу сейчас рядышком. Мне причем это очень непривычно. Но... мне хочется их поменять местами. Хочешь, поменяем на этот эфир? Ну, давайте, нет. Да. Егор, с какими эмоциями ты к нам пришел сегодня? С эмоциями? Какие ожидания? Но давайте начнем все с чистого листа. Посмотрим, что здесь у нас получится. Мы все готовы. Это «Новые танцы» на ТНТ, и мы начинаем. Ну что, первый батл. Начнем мы с детей. Итак, наш первый участник. И ваши аплодисменты. Здравствуйте. Соня. Привет, Соня. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. 11 лет? И давно танцуешь? Я с 5 лет танцую. Меня зовут Соня, мне 11 лет, и я живу в городе Электросталь. Я очень много занимаюсь танцами, и мне это нравится. Ну и поэтому я хочу стать хореографом. Я часто езжу на тренировки, на автобусе чаще всего, либо меня папа подвозит. Лет с 3, с 2 просто играли какие-то клипы, музыка и так далее, и вот заметили, что танцует, постоянно что-то, какие-то движения, что-то крутится, вертится. То есть это ее желание полностью, мы только поддерживали это. Будешь? Давай. Очень вкусно. Только я ее не люблю. Да еще. Тебе же не понравилось. Кто сказал? Ты сам. Мои родители работают докторами. Да, она гордится, что папа работает на скорой, фельдшером, что мама врач-невролог. Самой ей это пока не интересно. Это скучная работа, как по мне. Мои родители не навязывают мне то, что вот, давай ты станешь врачом, это же так круто. Нет, такого нет. Они сами хотят, чтобы я работала хореографом. Я думаю, что родители должны все-таки прислушиваться к своим детям и всегда помогать. То есть, если это получается, то да. Сил во мне, в принципе, много, я настроена победить. Yeah.
Такая маленькая, но такая взрослая на сцене артистка с невозмутимым лицом. Просто браво, молодец. Спасибо. Мигель, как тебе номер, как мне тебе артистка? Мне очень, очень понравилось. Очень хорошо станцовано. Ты молодец. Спасибо. Я очень жду второго участника, чтобы скорее проголосовать. Клава? Вообще, очень-очень круто. И... эмоция внутри тебя, и как тебя слушается твое тело, и как это все поставлено, и как ты выглядишь, и как ты иногда гримасничаешь. Это так прикольно. И в этом есть какая-то изюминка и свой шарм. Хочется прям вот снимать ТикТок и набирать миллионы подписчиков. Это было круто. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо, Егор. Сонечка, скажи мне, у меня вопрос к тебе. Почему именно хип-хоп? Почему ты стала заниматься именно этим направлением? Мне, наверное, хип-хоп больше по душе подходит. Почему? Ну, как-то спокойнее его танцевать мне. Спокойнее? Да. Это очень спокойное направление, конечно. Очень. Для спокойных людей, лишенных эмоций. Слушай, мне просто кажется, что в тебе такая бездна обаяния. Это очень важная штука для артиста, для танцовщика. Без обаяния ничего не получается. Я бы хотел просто, чтобы ты его мощнее транслировал в следующий раз, когда будешь танцевать. Хорошо, спасибо, я запомнила. Пожалуйста, моя прелесть. Я запомнила. Я запомнила, я учту. Я учту. Это как? Научи нас всех. Yeah, girl. Yeah. Увидимся с тобой совсем скоро. Спасибо. Спасибо. Это что такое было? Это север. По-другому здесь все. Полярный 2. Скоро. На ТНТ. Dance with me, bounce. Привет, малыш. Здравствуйте. Я Ульяна. Я Дарина. Дарина, сколько тебе лет? 12. Ты сколько лет танцуешь? Я с 4. Я любила под разную музыку танцевать, и все говорили, нужно меня отдать в танцы попробовать. Танцевать это просто супер. Я кайфую, я получаю хорошие эмоции и могу подарить свои эмоции зрителям. Что танцуешь? Кантемп. Номер сама ставила? Нет, Александра Горошко. А, Александра Горошко. Да. Интересно, где она? Это Саша Горошко, кто не знает, полуфиналистка 4-го сезона проекта «Танцы на ТНТ». Ну, рассказывай. Это Дарина, большая молодец. Моя маленькая гордость, большое достижение за эти полгода. То, что мы с ней работали, я считаю, она очень сильно выросла и достойна быть на этой сцене. Она мега трудолюбивая. Я даже на нее смотрю и завидую. Вот мне не хватает такого трудолюбия.
А по характеру? По характеру вообще металл, сталь, человек жесть. Это действительно так? Вы, я думаю, все увидите. Я, конечно, не ставлю цель, что я должна обязательно выиграть. Я просто должна узнать, что я еще могу. Надеюсь, благодаря этому проекту у меня и дальше получится развиваться в танцах. Дарина, спасибо тебе за этот космический, атмосферный номер. Спасибо. Егор. А кто твои педагоги? Александр Горошко. Передай ей благодарность нашу и скажи, что она большая молодец, раз у нее такие замечательные танцовщики выходят на сцену в таком юном возрасте. Просто любовь невозможна. Там папа, я так понимаю, да? Вы папа? Папа и брат. Вы папа? Вы папа? Папа. Вы знаете, мы почему-то догадались, что вы папа. Очень болели. Вы молодцы, правда. Как сердце не выпрыгнуло, непонятно. Эти аплодисменты вам! Мигель. Да. Что-то скажешь? Я восхищен твоими возможностями. Я не ожидал, что в таком юном возрасте ты так здорово возьмешься за свое тело и вот это все воспроизведешь. Поэтому мне было приятно смотреть на тебя очень сильно. Всех возможных удач тебе я желаю. Спасибо большое. Спасибо большое. Клава. Прям вот необыкновенный номер. И чувствуется ваше какое-то вот солнце внутри. Вот как вы танцуете, как вы это передаете, свои эмоции через танец. И вот все, что вы делали, я понимаю, что это очень сложно. Прям вот вообще какие-то нереальные там вот эти вот всякие перевороты, ноги и так далее. И при этом это у вас выходит с какой-то легкостью. То есть я как зритель не чувствую, что это сложно, хотя головой понимаю, что это очень сложно, и это огромное количество там репетиций, тренировок и всего остального. Меня прям очень восхитил номер, восхитил ваш костюм, и как-то вот музыка и все для меня сошлось, и я получила огромное удовольствие, поэтому большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну что, позовем твою соперницу на эту сцену, Софию. София, мы ждем тебя. Ох, сейчас нелегкий выбор будет. К решению, господа. Ну, для меня, ну, очевидно. Блин, да нет. Да нет, нет, я не знаю. Это очень жестко. Егор сказал, что его выбор очевиден. Девчат, вы не просто молодцы, вы супер молодцы. Вы продемонстрировали и технику, и потрясающий контроль, артистизм недюжинный. Но я, пожалуй, оставлю свой выбор за тем участником, в номере которого я увидел больше, чем просто хореографию и танец. Номер которого меня унес, и я как будто улетел, наверное, в тот космос, в котором летал и этот участник. Мигель. Я в смятении. Я не знаю, что делать. Мне понравились девчонки обе.
это было круто, все хорошо, но мне ближе к сердцу просто один человечек здесь, и поэтому я голосую за него. Клава. Я не хочу выбирать, то есть я решаю сейчас? Да, ты решаешь Нет, сейчас. Нет, я еще не решила. Все, решаешь ты. Я не знаю, мне очень понравились обе, ну реально, прям вот это самый сложный выбор сейчас. Один человек. Я не знаю, вот я уйду. Давай, ты же смелая, сильная. Просто я понимаю, как для них это важно сейчас, для обеих. И я понимаю, насколько они обе крутые. Девочки, вы крутые, вы это знаете, правда? Девчонки, реально, это очень-очень круто. В общем... Давай. Соня. Соня, я тебя поздравляю. Ты идешь в следующий тур. Если честно, я думала, что выберут Дарину. Я такая смотрю, ну я стою вот так вот. Очень было страшно и волнительно, но она выбрала меня. Клава Кока, это тебе. Ты как? Плачешь? Чуть-чуть плачешь? Там папа тебя так поддерживал, ты видела? Ты потрясающая, ты понимаешь это? Ты пришла и показала уровень, невероятный уровень. Я уверена, что люди, которые смотрят по телевизору, вот они сейчас очень волнуются за тебя. Ну ты, пожалуйста, не плачь. Ну ты же мой котенок, да сладкий же ты мой ребенок. А я вызываю на эту сцену первого участника этого батла. Чирито. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. А как звать тебя, прости? Меня зовут Первушкин Евгений, также известный как Бибой Чирито. Брейкингом я начал заниматься с 14 лет. Начинали мы, например, танцевать брейкданс тоже вот во дворе, на картонках. Танцевали там, пытались стоять на руках, что-то там на голове. Я видел вот этот рывок брейкинга за последние года. Каждые 5 лет я получал что-то новое от брейкинга. То я увидел Россию, там понял, можно путешествовать. То я потом увидел мир, понял, что нифига себе, можно путешествовать по миру, и брейкинг может мне дать это. Главное мне тренироваться и так далее. Брейкинг сейчас стал спортом, и до того, как это стало, например, там еще и спортивной дисциплиной, я, например, являлся уже многократным чемпионом мира, а по брейкдансу я являюсь только чемпионом России, чемпионом Европы. Я в сборной России нахожусь, да, на данный момент, потому что она каждые полгода обновляется. Конкуренция очень большая, учитывая уровень российского брейкинга. Он сейчас реально там один из лучших, там не могу сказать, кто там лучше у нас, но я пока могу конкурировать. Я все равно такой трушный танцор. У меня еще был в голове такой челлендж не идти на телек, но была у меня фраза такая, что после 30, женек, если ты еще будешь в ходу, можно попробовать. И я решил, вот тем более новый проект, где, по сути, мне нужно танцевать только мой стиль. Тридцатка есть, новый проект есть. Let's go, женек. Thank you.
было так неожиданно! Такой спокойный вышел и просто разнес. Смотри, тебе люди вставали просто. Вау! Ты какой-то очень трогательный такой стоишь. Ты стесняешься сейчас? Нет? Я уже 17 лет танцую. Не стесняюсь, да? Нет. Так, первый раз на телевидении. Первый раз на телевидении? В жизни. В жизни. С премьерой тебя. Клава. Ну, вы такой уверенный в себе, на самом деле. Я вот прям почувствовала эту уверенность с самого начала, как вы вошли на эту сцену. И это было очень обаятельно. Мне очень понравилось ваше обаяние. И, ну, то есть, и были элементы такие, когда... И были элементы такие... Короче, мне очень понравилось. Я не умею говорить на этом вашем танцевальном языке, но на меня произвело классное впечатление, позитивное очень. И музыка такая... Ain't nobody... В общем... Эй, nobody, just be better. Это было круто, спасибо. Спасибо. Мигель. А мне единственное, что напрягло, я ненавижу ремиксы саксофонные на известные поп-произведения. Но мне это нравится. А мне нет, но было круто, спасибо большое. Спасибо, Мигель. Егор. А мне как раз нравится, что ребята из нашего как бы движения брейкинга каждый раз демонстрируют какие-то новые горизонты. Что, оказывается, можно танцевать и под такую музыку, которую привык обычно слушать в молле, в торговом центре, в самолетах, лифте. В самолетах обычно. Ага, когда же я выйду наконец? Ой, это еще не мой этаж? Но ты ее разложил отлично, и она легла, и это превратилось просто в какое-то вау-зрелище. А потом я понял, что когда начался танец, что ты супер уверен в себе, потому что ты свое искусство носишь с собой, и ты знаешь себе цену. Это круто. Я тебя поздравляю, ты молодец. Спасибо большое. А давайте, кстати, пригласим следующего участника на эту сцену. Это будет нечто. Хорошая реклама. Dance with me, bounce. Вот это и есть тревожное расстройство, как говорят неправильно дети, а тревожное... Дети же часто о тревоге рассуждают. Я решил сам, ну, от этого избавиться. А ну? Только никому не говорить. Так и как? У меня есть парк напротив, я выхожу туда и просто громко разговариваю сам с собой. Ну, поругал себя там за что-то. О, это же странно. Безумно. ТОК. Новый сезон. С 26 октября. По вторникам. В 10 вечера. На ТНТ. Что, следующий участник. Нас заинтриговали. Выходи. Здравствуйте. Привет, привет, Максим. Привет. Ты молодой. Откуда? Я из города Стерлитамак. А сколько тебе лет? Мне 20. Я занимаюсь танцами с 2010 года. Получается, я пришел в коллектив, где основой был брейкинг. И вместе с ним мы выступали на различных сценах. Были различные экспериментальные постановки, то есть еще уже с малых лет у меня были разные практики, поэтому стиль мой образован из большого множества элементов танцевальной сферы. Я состою в команде Original People. Это команда из 10 человек. Мы все представляем оригинальный стиль брейкинга. Тут реально более арт такой происходит. Я в батле с Бибоем Чирита. С представителем моей команды. Я как бы уж не его тренер с самого начала, но пару лет жизни, как бы там и эмоции и так далее, я ему точно отдал. Он невероятно мощный сейчас танцор, и все растет больше и больше. Это будет интересно, вот, определенно. Потому что, когда только начинал заниматься, у меня был маленький дневничок, куда я записывал всякие свои штуки. И одну из страниц я расписывал, что там Бибой Чирита, и о нем огромную историю, потому что я действительно вдохновлялся. Будет круто, я уверен. Я вообще покажу все, что нужно. Женя заценит, и Женя все поймет, если я выиграю. Ну, нам обещали брейкинг? Уже, что будет прям вау. Я буду танцевать брейкинг, по крайней мере, каким я его вижу. Хард брейкинг? Ну, это будет хард, реально. Окей. Okay. Типа хард брейкинг. То есть ты хард брейкер. Yeah, I know. Окей, let's go. Он круто сделает. Ему проиграть не страшно. У него классный уровень.
чтобы пахло не зря проведенным временем. Где-то там, где мы комнаты, слышим плеск океанских волн. Волны плещут и бьются о берег, плещут и бьются о берег. Никто не чувствует. Так что посмотрите сюда, сообразите настоящую улыбку. Заклеила себе глаза кусочки скотча. Она заклеила себе глаза кусочки скотча. Пара не поправится. Повесить пулю на ваш. От камина горит специальный стахи. Красавчик. Осень, лет, проводит ладони в костре. Ощупывает картину лава. Прикасается пузо на шкафу. Мне нужно выучить место, пока все здесь. Подбегает на ощупь от одного незнакомца к другому. Они все застыли и смотрят в небо. Она считается гида парадной двери. Считается гида парадной двери. Светлая дерево под пожелтевшим лаком. С медленными руками, с нежными петлями. Потускневшими почти на темноты. Если ты это помнишь, опусти эту запись. Я ни хрена не улыбаю. Макс молодец. Серьезный молодой человек. Но мне кажется, что в данном случае самоуверенности больше было в выходе, чем в самом номере. В самом номере, конечно. Клава, твои впечатления от номера? Ну, ты прям кайфовал. Вот ты прям вышел такой, типа, на кайфе, на каком-то... Своя была атмосфера у тебя была на сцене. Но вот я почему-то вот как будто бы не вникла в эту твою атмосферу. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с выбором песни, может быть, вот... Она просто такая довольно ровная, такая одинаковая. То есть, не знаю, но в целом это было очень интересно, и это было heartbreak, я думаю, для девчонок нашей страны точно. Благодарю. Егор. Мне кажется, что это очень крутой номер, но мне при этом почему-то кажется, что он не совсем для этого проекта. Почему? Ну, он менее выгодный, скажем так. Потому что он начинается не с того места, когда началась музыка. Макс въехал в музыку сначала. Он явно импровизировал и был в таком флоу, в своем собственном. И это очень круто. И мне нравится, что Макс на это пошел. Что ты как бы сказал сам себе, а я не буду никого удивлять никакими фишками, я позволю себе смелость оставаться самим собой. Это, мне кажется, заслуживает аплодисментов. Да-да. А Мигель? Да, это было очень красиво. Я действительно был в каком-то гиперожидании от того, что ты выйдешь на сцену, тебя так представили. Анонс был серьезный, то, да. То, что вот, ты вышел достаточно... И Макс сам себя достаточно прикольно и пафосно вышел. А потом я словил фишку того, что ты хотел сказать, только лишь с половиной. Но если бы этого всего не было, мне бы было бы легче воспринимать этот материал намного. Тоже. Вот прям легче. Поэтому иногда такого типа уверенность, конечно, хороша для артиста, тем более для конкурса. Но тут тонкая грань, которую нельзя никак переборщить. И поэтому это твой личный опыт сейчас происходит. И записывай, и мотай на ус. Ну, вы все правильно сказали. Я кайфанул конкретно сейчас. Круто. Благодарю вас. Наверное, это самое главное. Ну что ж, пригласим на эту сцену Чирито. И сейчас будет выбор. Выбор будет нелегкий. Я уже предвкушаю. Решение. Мне кажется, тут у нас на двух чашах весов опыт, с одной стороны, музыкальность, талант. И, конечно же, харизма, а на другой чаше весов – молодость, энергия и завидная смелость. Смелость оставаться собою, что, конечно, не может не внушать уважение. Но между молодостью и опытом я сегодня выбираю опыт. Спасибо, Егор. Единогласно проходит следующий тур Чирито. Женя, поздравляем тебя. Максим, надеюсь, еще увидимся. У
получил максимальное удовольствие, если честно. Я очень рад за Женю, Женя с моей команды, вообще мы с ним увиделись тут. Эти два лица будут сейчас висеть вот так на экране страны и просто смотреть друг на друга. Вот впечатления, ну какие еще могут быть, вообще шикарные. Я просто сделал все, что хотел, местами даже больше, и невероятно доволен своим выступлением. Короче, у меня был беспроигрышный вариант, потому что он из моей команды. Он человек, которого я пару лет точно вкладывал все свои знания, там, и мы ездили с ним, и по миру бывало, и так далее. Если бы он выиграл, для меня было бы это, ну, не минус точно. Ну что, хороший темп, давайте его не терять, переходим дальше. Давай. Конечно. Сейчас будут дуэты, и давайте пригласим первый дуэт. Здрасте. Добрый вечер. Меня зовут Алексей Рукинов. Даня Саханов. Давно вместе танцуете? Год. Год. До этого в каких-то разных коллективах танцевались? Вообще, как идея родилась создать R-Movement? Я решил сделать небольшую съемку творческую и увидел Даню в Инстаграме, в общем-то, написал, и как-то все оттуда уже пошло общее какое-то творчество. Мы хотим донести зрителю какую-то больше визуальную картинку с внутренней составляющей, чтобы зритель, посмотрев на нас, ну, смог вдохновиться на что-то свое. На долгое количество времени, и чтобы также вдохновлял остальных, то есть других, чтобы такая цепочка была. Алексей меня также обучает, как и в танце, ставить так и в жизни, вот дает советы. Получается, я являюсь таким хореографом, больше каким-то наставником. Стараюсь смотреть на все со стороны и как бы всем процессом руководить. На самом деле, занимаюсь этим не так долго. Я все детство танцевал бальные танцы до 18 лет. Пошел на современное отделение и начал все это как-то захватывать. Начал очень много работ смотреть иностранных. В России мало смотрю работ, честно сказать. Начал разбирать какие-то принципы, пробовать на себе. Много ошибок было, но нашел какой-то свой путь, по которому точно знаю, почему и куда иду. Мы не позиционируем себя на том, чтобы соревноваться с кем-то, на батлах выходить. На самом деле это так. Я считаю, то, что к победе глупо стремиться. Главное делать свое вот дело стопроцентно. Вот, и каждый номер, чтобы был как последний, как финальный. И тогда будет результат. Думаю, результат. Сами ставили? Да. Очень круто. Клава. Мне очень понравилось. Ребят, молодцы. Особенно мне понравился момент, когда вы управляли друг другом. То есть сначала ты в этом что-то держал, потом как будто бы вы колдовали друг над другом, и что-то происходило. Единственное, вот
мне чуть-чуть вот не хватило, где у вас были синхронные моменты. Вот как будто вы недоточили именно по синхронности. Но это вот если прям вот придираться. А вообще, если вот смотреть, я получила большое наслаждение, и вы очень классно и круто друг друга дополняете. Поэтому молодцы. Спасибо большое. Спасибо. А вы первый раз исполняли этот номер, да? Да. Первый раз. То есть это вот сделано было для этого проекта. Создали произведение, которое первый раз исполнено здесь, оно было недостаточно чистым. Но чтобы оно вы не было сделали синхронное движение. Просто так круто было. Спасибо большое. Интересно было, да, Егор? Да. Слушайте, ну я одет во все желтое, но при этом, мне кажется, я пришел в этот проект, чтобы быть той самой каплей дегтя, ложкой дегтя в этой большой бочке меда, которую мы выливаем почти на каждых участников. А мне все понравилось, по большому счету. Мне понравилось, как это придумано, и в целом мне понравилось, как это исполнено. Мне единственное, что не понравилось, что на этом, на всем есть налет эстрадности. Что для меня эстрадность? Это когда вы танцуете не с четвертой стеной, а как бы фиксируете, вы пожали друг другу руки, и в какой-то момент так немножко в зал, ну как, мы нормально справились, вот здесь у нас точка, да, вы должны были оценить это. Нет, зал слышать надо. Надо им питаться, он вдохновляет, он дает кураж. Но работать для него в этом направлении, в той истории, которую вы выбрали, не надо. Она самодостаточна. Будьте друг с другом. Нам интересно наблюдать за вами. Спасибо. А в остальном все отлично. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, ребята. Прощаемся ненадолго. Игра «Новый батл». Легенды против новичков. Красноярск против объединения «Юг». Так электросамокатчик сбил очередного пешехода. Блин, сорян, дядь, сам тоже виноват. Видишь, на тебя парнишка 60 километров в час мчится. Ну отпрыгни ты на проезжую часть, ну и то безопаснее будет. Наша команда против женской сборной. Мы это не репетировали. Вау! Союз против Астаны. 100 миллионов лет назад казахская динозаврская война. Салам алейкум. Уалейкум ассалам. Борьба за 30 миллионов становится еще жестче. Игра в воскресенье в 9 вечера на ТНТ. Итак, следующий дуэт. Смотрим. Красивые. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, девчонки. Вы сестры? Да. Кто из вас старше, а кто младше? Я старше. А сколько разница? 2 года. Давно танцуете? Да. Всю жизнь? Ну, с детства. А почему решили танцевать? Ну, вдруг, там, не знаю, кто-то за кем-то последовал, либо мама отдала в танцы. Кто вдохновитель? Да, это была мамина мечта танцевать, и она в 2 года она отдала, да. Да. Отлично. И теперь пожалуйста. Мы оттуда не вылезаем. Я оттуда же. Подружки. Сестры. Не похоже. Так, нет. Правда, кто-то говорит, что мы близняшки или двойняшки. Да. Меня зовут Аня. Меня зовут Киана. Мне 19 лет. Мне 17. Мы начали заниматься танцами благодаря нашей маме. Она в прошлом просто профессиональная фигуристка, и она всегда смотрела и хотела. А танцуете сколько? Именно профессионально, скажем, с 8-6. Да. У нас была классика, балет. То есть все, ну, с экзаменами, все вот это, пуанты. То есть у нас есть классические. Педагоги из училища. Да. Вот. И потом, соответственно, мы ездили на конкурсы артистов балета. Вот, мы выступали даже с артистами Большого театра. И потом мы просто перешли в современный танец. Mm-hmm. Получилось, что мы решили не идти в училище. Когда ты стоишь у станка, получается, и по факту делаешь одни и те же элементы и вариации, которые не меняются испокон веков, это, конечно, просто невероятное наследие, но... Мне кажется, сейчас это все-таки эпоха уже такого расслабленного какого-то состояния, отсутствия канонов, каких-то правил. Как к батлам, балеринки? Это волнение, ну, как адреналинчик. Ну да. Но нам просто... Но она есть перед каждым выступлением, так что... Жизнь нам нормально как-то не хочется, видимо, и поэтому мы постоянно себя на что-то наталкиваем, какие-то преграды. Ну, я надеюсь, сегодня все будет хорошо. Спасибо. Я вам желаю удачи.
Оригинально, сестрички. У меня-то вот только один вопрос. Что обозначала эта ткань? Номер о первобытных людях. А ткань, она символизирует зарождение неравенства и рабства. И когда один человек управляет другим человеком. Девчонки, мне кажется, в данном случае, мне казалось, по крайней мере, что вы так были сильно зациклены на идее и на ткани, что до конца ваше тело не вошло, этот материал не вошел, понимаете? Но да, тут было полное ощущение, что вы себя для чего-то бережете. Для чего? Не понимаю. Но все было вроде станцовано, но одновременно очень бережно. То есть того надрыва, который меня вот сейчас вот захватит и скажет, да, да, это круто, да, оно у меня не было. Хорошо, спасибо большое, Мигель. Лава, как тебе? Ну, это очень необычно, очень-очень необычно. Мне тоже, я соглашусь с Мигелем, что как будто бы вы были сосредоточены на этой ткани, и вот как будто бы вы больше переживали за нее, за то, чтобы что-то там неправильно сделать, и чуть-чуть как будто бы недораскрыли себя. Но видно, что вы очень профессиональны, у вас очень красивые фигуры, видно, как вы, ну, ваш профессионализм и ваши умения, они все равно читались для меня, и я получила большое удовольствие от номера и от того, что в этом номере был смысл. Это очень здорово, поэтому вы молодцы. И спасибо это, большое. Это вам. Егор, если подытожить. Вы молодцы, что вы взяли эту тему, что вы не побоялись этого номера. Номер интересный, мне кажется, что он хорошо поставлен. И если я преклоняюсь перед смелостью вашего выбора, то я не могу сказать, что я поклонник этого исполнения. Вот, пожалуй, и все, спасибо, что я Егор. Хотел сказать. Спасибо. Что ж, позовем парней. Думаю, это будет непростое решение. Но его сделать нужно. Слово вам. Во-первых, эти номера удачно подобраны для того, чтобы между ними можно было принимать решения, потому что они в соревновании очень уместно выглядят. И настроение у них схоже, и градус схож. Я высказал свои пожелания, скажем так, ребятам. И я надеюсь, что они их запомнят, и, может быть, они им понадобятся в будущем. В будущем. Какое будет это будущее, мы сейчас узнаем. Что касается девочек... Девчат, еще раз благодарю вас за смелость. Есть одно только небольшое «но». Я в танце всегда ценю школу. Вот мне кажется, на сегодняшний день вам этой школы немного не хватает. А как только она появится, мой выбор будет за вас. Сейчас он пока что за парней. Лава, слово тебе. Твой выбор. Сложно выбирать, на самом деле, очень. И мне очень понравились оба номера. Но я хочу дать шанс девчонкам, чтобы в следующем туре вы раскрылись и показали все то, на что вы способны. Парни, синхронности не хватило. Но это было очень круто. Спасибо вам большое. Спасибо. Мигель, на этот раз ты решаешь исход этого батла. Слушай, ну в данном случае я могу решить только потому, дошла до меня история какая-то или нет. То есть все-таки... В этой паре я видел артистов на сцене, и мне этого хватило. Спасибо. Ну что ж, парни, поздравляю вас, вы выходите в следующий тур. Девочки, не расстраиваемся. Я думаю, мы еще увидимся.
Ощущения смешанные. Да, хорошо, наверное, все. Рады, что прошли, но плохо, что что-то сделали несинхронно, но это исправим. Ну что, расстроились? Чуть-чуть. Есть немножко, но ничего. Ну ты прям совсем, это ты посильней. Это совсем крошка. Да, это совсем крошка. Не расстраивайся, пожалуйста. Ну обидно, да, просто? Конечно. Ну просто мы хотели показать дальше. Хунгар. Да. У нас была цель такая. Придем, может, в следующий раз. Именно покажу. С этим номером. Ну что, дальше команды. Поехали сразу. Хороший темп. Да. И приглашаем первую команду. Наконец. Вот сейчас будет жаришка. Я их знаю, я их знаю. Привет, Нинджи. Привет. Iconic House of Ninja, Russian Chapter. Мы русский чаптер американского дома Iconic House of Ninja. Представители американского вок-дома Iconic House of Ninja. Мы часть американского вок-дома Iconic House of Ninja в России. Вок — это мы — это вок. Мы и есть вок. Мы все абсолютно разные, но тем не менее мы за одной целью здесь — показать вот эту красоту стиля, который мы танцуем. Действительно, здесь каждый уникальный, каждый индивидуальный. Вок требует это, потому что вок про это. Ты должен быть ярким, ты должен быть эпатажным, не похожим на другие. Как и в реальной семье, мы можем поругаться, но как и в семье, мы понимаем, что есть момент, что это все-таки семья. Ну, я являюсь отцом дома, вот. У нас в доме есть ребята из Краснодара, из Улан-Удэ, из Воронежа. Было бы неплохо иметь свой дом, именно физический дом. Чтобы не просто слова были, а реально. Чтобы собираться вместе, там, тренить, тусить, там, не знаю, отдыхать еще как-то и так далее. Мы хотим выиграть деньги, чтобы построить свой дом. Земля уже есть. Уже есть в Подмосковье. Куплена. Земля. Да. Осталось облагородить. Осталось только вот за малым буквально выиграть 10 миллионов. Я очень ждала вок. Давайте, ребята. Welcome to the world of ninja. Клава, как тебе?
Ну, я фанатка Вога. Я тоже фанатка. Давай поговорим об этом. Я прям... Ну, для меня это любимый жанр, и я очень люблю команду Нинч. И мне было очень круто сейчас смотреть на ваше выступление, на этот перформанс. И ну, для меня в номере прям все сложилось. Я сидела, не хотела, чтобы он заканчивался. И я очень кайфанула. Ребят, большое вам спасибо. Виталик, вы крутые. Спасибо большое. Я вас очень рад видеть. И было круто. Спасибо большое. Спасибо большое. Это очень высокий класс, это очень высокий уровень, и меня смущает и радует одновременно одна и та же вещь. Вот вы разные, все, очень разные. И при этом, из-за того, что вы такие разные, у меня не складывается монолит. Я все время смотрю на каждого из вас по очереди, и картинка меня завораживает только тогда, когда я концентрируюсь на ком-то одном, и мне приходится фокус размывать для того, чтобы увидеть вас целиком. И вот то, что мне нравится, это же меня и смущает. И я пока не знаю, что с этим делать. А может, мне и не надо ничего с этим делать. Давайте посмотрим, кто у нас следующий. Давайте посмотрим, да. Спасибо. Ребята, увидимся с вами скоро. Спасибо. Ай. Пошли, 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 пошли. Это стиль. Ну что, давайте встретим следующую команду. Привет, мафия. Всем привет, мы House of Mafia. Мы пришли к этому названию. Таким образом, мы вдохновлялись американским домом House of Ninja. Я ездила на разные мероприятия, на мастер-классы, и, как и все остальные, тоже хотела попасть, наверное, в какой-то американский вок-дом. И затем я поняла, что я хочу чего-то своего, не хочу присоединения, я хочу создать вокруг себя комьюнити, которая будет со мной на одной волне, которая будет понимать меня, мой язык, русский язык, да. Но мне кажется, русскому дому всегда сложнее. Нам хочется доказать, что мы ничуть не хуже, и что мы сильны в своем, потому что культура не русская, и все такие трушные танцоры признают больше европейские, американские дома. У нас свой менталитет, свои какие-то правила, рамки в голове. Ему очень хочется продвигать свою историю и создавать эту свою историю в рамках выхода, ну, то есть какого-то на мир. Наши соперники – House of Ninja. Там присутствуют мои друзья, с которыми мы начинали создавать, так скажем, это русское комьюнити. Я их очень люблю, уважаю, ценю, но соперники есть соперники. Будем бороться на сцене. Обе команды, оба дома, Вог дома очень сильные и имеют свою огромную историю за плечами, бэкграунд. Вот поэтому я думаю, что будет очень интересно. Woo!
раздали, раздали. Это было круто! Не ожидал от мафии такого выступления, почему? Если честно. Мне очень сильно понравилось, потому что, во-первых, я Наташку видел всегда одну, я не видел никогда дом. И, я не ожидал, что будет, так сильно и так прикольно. Так сильно, да? Сильно. Сильно. Да. Мне очень понравилось все, что вы делали. Вот этот вот, как его, hands performance. Arms control. Arms control. Сорян. Он, конечно, впечатлил. И самое главное, впечатлило то, как вы из этого сложили, композицию. Спасибо. Вау. Клава. Я прям тоже под большим впечатлением. Это прям была командная работа. И это очень было слажено, прям очень сильно слажено. И хотелось, чтобы это выступление длилось еще дольше. И все было как бы сильно и по ручкам, и по харизме, и по танцу. Я прям очень кайфанула, ребята. Я хочу, чтобы вы это танцевали еще. Все хотим. И реально, ребята, очень круто, молодцы. Давайте послушаем Егора Дружинина. Вы тоже разные. Но в отличие от Нинджи, как раз вы сделали ставку на монолитность картинки и на то, что в ансамбле все работает. И тем самым, конечно же, лично мне, например, усложнили задачу стократно. Я теперь не совсем понимаю, какое решение мне принимать. У тебя есть 3 секунды для этого, да. Давайте позовем ваших соперников. House of Ninja. Что ж, давайте услышим мнение жюри. Самые счастливые моменты жизни. Мы танцуем. Когда побеждаем. Когда сбываются мечты. Когда знаем, что все впереди. А когда мы танцуем, мы счастливы. Это новые танцы, и мы начинаем. Пусть танцев будет больше. Я счастлив был, когда я смотрел ваш номер. Новые танцы по субботам в 9 вечера на ТНТ. Клава, тебе слово. Мое решение, что я голосую... Не знаю, блин, за кого голосовать. Так тоже нечестно. Я хочу всех. Мне понравились обе команды, реально очень круто. Прям очень круто. Твой выбор, тем не менее. Нинджа. Мигель. С одной стороны, стоят люди, которых я очень давно у многих знаю, с некоторыми дружу. С другой стороны, стоят люди, которых я первый раз в жизни вижу, кроме одного человека, и понимаю, что они меня поразили слаженностью своей. Здесь было шикарно, но очень много деталей, за которыми мне было сложно уследить. Я пытался уследить за всем. А здесь, это было просто, как, знаешь, как... Лаконично. Лаконично, как шариковая ручка. То есть удобно, понятно и одновременно гениально. Поэтому я даю голос свой House of Mafia. Егор. Решение за тобой, Егор. Я хочу сказать, что, наверное, оно интуитивно. Потому что обе команды выступили, на мой взгляд, очень крепко, ровненько. То есть у меня лидера однозначного среди вас нету, к сожалению. Но если вспоминать вашу же собственную цитату по поводу простого механизма, который работает безотказно, то их механизм был попроще на самом деле. Они в большей степени, на мой взгляд, вышли не на том, что, а на том, как. Поэтому мое решение, я даю свой голос Нинджи. Что ж, House of Ninja, вы проходите в следующий тур. Примите мои поздравления.
жюри выбрал тот вок, который они увидели уже, с которым они уже знакомы. И, к счастью или к сожалению, они приняли за зрителя решение, что он весь сезон будет видеть тот вок, который он уже и так знает. Это инстинкт самосохранения. Вы выбираете то, что безопасно, то, в чем вы уже были когда-то уверены. Но разница в том, что мы бы смогли танцевать такой номер, как у них. А вот смогли бы они, как у нас? Это большой вопрос. I'm sorry. И круто, и страшно. Конечно, страшно. Класс, на самом деле мы рады. Очень рады. Мы рассмотрели и с вами. Классно, что мы вообще. Ну круто, что типа мы бок представляем. Да, это вообще. И таким стильным, и таким вот. Russian Ballroom сцен. Мы все одно. Спасибо вам. Спасибо. На сцене шоу «Новые танцы» талант и красота всегда вместе. Чувствовать себя уверенно и блистать нашим участникам помогает официальный стилист проекта «Эстель». «Эстель, у красоты есть имя». Здравствуйте, меня зовут Лебедь Ксения. Я представляю город Ростов-на-Дону. Мне 12 лет, и я буду танцевать джаз. Меня зовут Лебедь Ксения. Я из города Ростов-на-Дону. Я начала заниматься танцами в 5 лет. Меня привела мама. Я 4-кратная чемпионка мира по танцам. Также я являюсь действующей чемпионкой России по джазу и балету. Я кандидат мастера спорта по чиру. И меня всегда мама подталкивает на такие события. То есть она всегда предлагает там новый танец, предлагает пойти на новый проект. Папа меня тоже поддерживает. У меня вообще вся семья военнослужащие. Сказали то, что всю семью переводят в Хабаровск. Это очень далеко от Ростова. Ну, блин, я тут жила 12 лет. У меня тут вообще все. Там вообще ничего нет. Там просто вообще ничего нет для танцев. Там нет для уровня высокого вообще нет никакого, ничего там нет. Сейчас, наверное, на меня обидится город Хабаровск. Блин, как бы если один папа поедет за сколько километров, за очень много ехать на самолете, там 10 часов, то это вообще не семья уже получается, ну... В детстве мама занималась балетом, но не так долго, как я. Вот, она... Просто у меня тоже родители были военнослужащие, и они очень много переезжали. То есть они могли бы побыть в городе там 2 года, 1 год. И поэтому у нее не получалось там нормально поучиться там балет, например. Она знает то, что я хочу, куда я хочу. Вот, и поэтому как-то так складывается. И несмотря ни на что, я собрана на результат, готова всем показать, чему я училась эти 8 лет. Clap your hands, stand up tall, don't give a damn. Move your feet and clap your hands, stand up tall, don't give a damn. Move your feet and clap your hands, stand up tall, don't give a damn. Move your feet and clap your hands, stand up tall, don't give a damn. Dance with my eyes closed, I could dance with my eyes closed. I could dance, dance, dance with my eyes closed. I could dance with my eyes closed. I could dance, 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 dance. I could dance with my, I could dance with my, I could dance with my, dance, dance. Dance with my, move your feet and clap your hands. Stand up tall, don't give a damn. Move your feet and clap your hands. Stand up tall, don't give a damn. Back 2 feet, get up and dance. 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 Dance, dance. I could dance with my dance. Dance. I could dance with my dance. Dance. You don't know the name, then you don't know nothing. Dance with my eyes closed. I could dance with my eyes closed. I could dance, dance. Move your feet and clap your hands. Stand up tall, don't give a damn, damn, damn. Клава, как тебе?
Я никогда не видела вот эту лягушечку, как ты сделала, так пчпонька. Очень круто, мне очень понравилось. Спасибо. Ну, как-то это было очень артистично, и то, что ты с залом взаимодействовала, и как ты двигалась, и в конце реально, вот я ждала какого-то элемента, чтобы так типа, и вот он случился, поэтому мне очень понравилось, спасибо тебе большое. Спасибо, такая точечка, да? Вау. Егор. Ксюш, ну ты очень большая молодец, и это было заряжено энергией, это было очень старательно выполнено. Единственное, что вот в подобного рода танцевальных направлениях очень важно то, что ты транслируешь, то настроение, которое ты транслируешь. А транслировать ты начинаешь уже с того момента, как выходишь на сцену. Вышла ты шикарно, но то, как ты говорила с нами, должно было продолжиться в танце. И вот ты когда говоришь, твой уровень энергии чуть-чуть пониже. А когда танцуешь, он сразу же поднимается. Мы, конечно, смотрим только на то, как ты танцуешь. Но мы ищем еще и правды в этом танце. И хочется, чтобы вот то, что ты транслируешь в танце, было по-настоящему твоей природой. И мне почему-то кажется, что здесь либо ты, либо твой хореограф чуть-чуть лукавит. Что там были какие-то маленькие проставленные штучки. Там язык высунуло, там немножко подмигнуло. Мне все это нравится, но мне хочется, чтобы это была твоя природа, твоя органика, твое настоящее. А в остальном все круто. Спасибо. Мигель, впечатления по танцу? Ну, смотри, мне вот Егор говорит о том, что типа это твоя ненастоящность, вот так вот это все. Мне наоборот показалось, что вот в этом ты все органично. В эмоции, в настроении своем. Мне очень понравилась твоя артистичность на сцене. Но мне вот к этой артистичности прибавить бы еще танец, который ты назвала джазом. Слава богу, мы свободны сейчас в наших танцах, и нам главное, чтобы это выступление вызвало у нас эффект вау. Эффект вау, не скажу, что у меня было, но это было сильно, достойно. Сколько тебе лет? 12. Для 12 лет хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ксюша, мы прощаемся с тобой, но ненадолго. Чтобы обойти соперника, нужно показать свои самые сильные стороны. Coldrex Hot Ram с тройным действием – это тройная сила в борьбе с простудой и гриппом. Он оказывает обезболивающее, жаропонижающее действие и облегчает дыхание, не вызывая сонливости. Coldrex – вызови простуду на баттл. Это что такое было? Это север. По-другому здесь все. Полярный 2. Скоро. На ТНТ. Итак, следующий участник. Здравствуйте, меня зовут Карина, я из города Москвы, и я представляю стиль экспериментальный хип-хоп. Сколько тебе лет? 15. 15 лет. Отлично. Let's go! Меня зовут Карина Гурьева. Я занимаюсь танцами уже практически 5 лет. Я сразу же начала с фристайла. Я не знала, что такое хореографии. И я очень рада, на самом деле, что я начала именно с фристайла. Потому что так я научилась танцевать, как именно хочу я. Я постепенно стала переходить на батлы, то есть просто один на один. Мне понравилось вот это вот ощущение, когда ты танцуешь, просто на ощущениях, когда тебя поддерживает толпа, и они орут тебе. У нас в тусовке фристайлеров был стереотип, то, что нет, мы не будем танцевать хореографию. И такое очень часто встретишь. Многие просто не любят их танцевать, потому что не могут их принять. В последнем сезоне танцев выступал мой учитель Тёма Сидоров. Я болела за него, ходила на каждый концерт. А на финальном концерте я пришла тоже к своему вдохновителю Дамьену. Я считаю то, что Тёма с Дамьеном сделали большую работу, и они показали нам всем фристайлерам то, что нет никаких границ, вы можете делать все, что угодно. Когда я узнала, что в новом проекте вот эта вот система батловая, я подумала, что я очень хорошо вольюсь в это. Ну, то есть
я смогу реально показать свой соревновательный дух, как я в этом живу, как я в этом нахожусь. Но ты сама видишь реакцию, да? У тебя получилось. У нее же получилось? Да! Да! Довольна? Да. Все сделала, что хотела? Да. А вы довольны, уважаемые судьи? Вообще нереально. Конечно, да. Ну, смотри, на сцене стоит артист. Даже если ему 15 лет, но я понимаю, что дать ему задачу посложнее, он ее выполнит. И причем любую, касаемо хореографии, актерской задачи какой-то. Настоящий артист. Приятно смотреть. Конечно, рады. Довольны. Очень. Ты нет? Меня смущают две вещи. Первое – это, конечно, молодость наших участников, которая дает им возможность демонстрировать потрясающие навыки. Но при этом отсутствие опыта приводит к тому, что вы волнуетесь настолько, что иногда с этим волнением не можете справиться. Вот если бы ты не волновалась, я думаю, что зал бы аплодировал бы тебе стоя. Потому что номер потрясающий, и с техникой у тебя все хорошо. Но волнение, мне кажется, дает себя знать. А второе, это мне показалось, что выбирая, какой номер представить на суд публики и жюри, конечно же, нужно думать о развитии. Где-то ближе к концу я начал немножко ловить себя на том, что я как будто это уже видел в начале номера. И мне бы хотелось бы исправить эту ситуацию просто драматургией номера. Чтобы где-то появились какие-то новые фишки или, может быть, какое-то изменение в твоем существовании в этом номере. И тогда бы этот номер был бы еще лучше. Он и так хороший, а стал бы еще круче. Спасибо, Егор. Спасибо. Ну, от эмоций к выбору, да? Да. Две прекрасные девушки, разные танцы. Это было очень интересно. Уважаемые судьи, выбор. Его надо сделать прямо сейчас. Первая свой выбор сделает Клава Кока. Ксюш, Карина, мне очень понравились ваши выступления, реально. То ли потому, что я впервые здесь сижу, мне так это очень нравится, то ли от того, что вы нереально классные артистки, и будучи даже в своем возрасте, это очень профессионально, очень круто. Ну, и даже не хотелось бы среди вас выбирать, но правила таковы. Я голосую. Вот так. Мне очень приятно видеть вас на сцене. Мне понравилось то, что вы делаете. Но я так сильно хотел джаза. И действительно, на самом деле, когда ты села в первую позу, ожидал этого и думал, что ого, девочка в таком возрасте сейчас джаз. Откуда? Кто? Думал, Егор сейчас тоже подхватится сразу же за это все. А чуть-чуть не получилось. И поэтому мой выбор таков. Единогласно. Карина, ты переходишь в следующий тур. Мои поздравления и эти аплодисменты.
Ксюша. До новых встреч. Все, ну все, ну так. Я люблю Егора, на самом деле, да. Все, я люблю всех. Короче, это было мега круто. Мега круто. Не прошла? Давай объективно. Ты же сюда попала? Это же не кастинг, не просмотр. Ты уже участвовала в батле. Сколько тебе лет? 12. Давай. Сколько? 12. Ты шутишь? И ты в 12 лет на телепроекте и плачешь, что куда-то там не прошла еще? Прекращай, давай, обними меня. Все будет хорошо. Ребята, вы готовы? Мы готовы! Ну что, приглашаем первого участника этого батла. Оба-на. Мисс Вики. Здравствуйте, да. Здравствуйте. А почему мисс Вики? У меня инстаграм такой. А, и все? А, пропиарила. Что будем танцевать? Я буду танцевать с пилоном. Художественной гимнастикой я начала заниматься в 2009 году, когда пошла в школу, мне было 6 лет. У меня были достаточно хорошие результаты, там стоял уже вопрос даже об олимпийской сборной. Но, к сожалению, в один прекрасный момент я решила уйти. Спустя месяц я пошла в полдэнс. Ничего другого я не пробовала. На самом деле вся семья меня поддерживает, даже папа. Папа изначально рекомендовал мне после гимнастики идти в бег шестом. Но я сказала: пап, смотри, в принципе, шест есть. Мне понравилось сразу. Но моя первая тренировка, я вот вспоминаю сейчас, у меня не получилось абсолютно ничего. Ну, потом, да, взяла себя в руки, начала уже так прям упахиваться на тренировках, и начало получаться. На самом деле, самый большой рывок все-таки, мне кажется, произошел на карантине. Ну, мы дома установили пилон, и у меня, получается, тренировки были в открытом доступе каждый день. Вот с утра до ночи там сиди, тренируйся, отрабатывай новые элементы. Я стала жить, мне кажется, в этой комнате. Спальня, кухня и пилонная. Все остальные комнаты мне были не нужны. На данный момент я тренируюсь чуть больше года. Ну, можно же сказать, даже полтора года. И за эти полтора года я стала двукратной чемпионкой России. Я не ставлю, честно говоря, никаких целей. Я вот довольствуюсь сегодняшним днем. Что ты хочешь мне сказать?
Так тебе, да. А сколько тебе лет? 18. Вообще нереально. Ну, от начала до конца номера состояние типа вау. Спасибо большое. И особенно мой любимый момент, когда ты повисла вниз головой, и ты даже не держалась. Я думаю, как она это делает? Ты как-то прилипла, как будто бы в фильме, как будто у тебя есть такие липучки, и как будто бы ты сверхчеловек. Очень здорово. Мне спасибо. Очень здорово. Спасибо тебе большое. Егор. Меня почему-то не покидало ощущение, что я смотрю какой-то очень хороший номер в цирке де Солей. То есть он наполненный, и все переживания там есть, но как будто это часть какой-то большой программы, какой-то большой задумки. Мне почему-то сложно представить, что это самодостаточный номер, вот такой, какой он есть. Я видел, что ты вкладывала в него какой-то особый смысл, какие-то свои личные переживания, что он не был просто демонстрацией твоих физических возможностей. И это здорово, безусловно, но почему-то он для меня все равно остался немножко таким эстрадно-цирковым. Я думаю, потому что в какой-то момент увидела, что чуть-чуть она переборщила с эмоциями своими и в какой-то момент не сдерживалась. Вот у меня было ощущение того, что был небольшой перебор, но поскольку тебе 18 поэтому для твоих 18 лет шикарно. Спасибо большое. Шикарно. Это было сверхъестественно даже, знаешь как? Мы не убираем этот пилон, потому что следующему участнику он тоже понадобится. Oh, yes. Dance with me, dance with me, bounce. Привет, я Аня. Я виртуальный блогер ТНТ. Подписывайся. Dance with me, dance with me, bounce. Здрасте. Дима, а сколько вам лет? 31. Ух ты. Понятно. И что вас сподвигло на такое непростое хореографическое направление? А я не рассматривал это как хореографическое направление, просто как новое пространство для реализации. Вот можно на полу танцевать, а можно вот на нем. Ну, давайте посмотрим, что вы на нем станцуете. Спасибо. Yeah.
Спасибо большое. Он еще и благодарен. Ты отошла от шока? Скажи, пожалуйста. Клава. Вообще жесть. Можем поговорить об этом? Это очень, ну вообще, это как будто... Это очень необъяснимо. Ты росомаха, на чем ты держишь? Я очень в шоке, я такого в жизни не видела. Я даже не знала, что это ну, на такой способен человек. Он так висит на этих пальчиках, так потом пуф, а потом такой сальто, тутух, а потом тутац. И, ну, вообще нереально. Какие эмоции по номеру, ребят? Какие эмоции? Я чуть не описывался. Тут цензурной речи нету, не спрашивай. Я в метро так раньше делал, когда поезд подъезжал. Как, вот так ты имеешь в виду? Так танцевал на стойках в метро? Тогда, я представляю, весь вагон орал. Да, слушай, это танцевальный терроризм, конечно, то, что ты делаешь. Это надо запретить. Нет, не надо. Не надо это запрещать. Надо это умножить. Размножить. Давайте, пожалуйста, Вики пригласим под бурные ваши аплодисменты. Девочка тоже была сверхъестественна, интересна, утонченна и красива. Итак, к решениям. Мигель. А вы знаете, мне кажется, ну, чтобы сейчас никому не ставить неудобно, может, вместе сделаем? Да ради бога, мне кажется, это давайте все, к сожалению. Раз, на раз, два, три. На раз, два, три. Поехали. Раз, два, три. Три. Единогласно. Дима. Ну, по-моему, это очевидная победа. Вика, это было невероятно Вики. Круто. Невероятно крутая. Молодец. Это отличное начало. Спасибо тебе большое. Ну, было очень круто, на самом деле. Я не ожидал такой реакции. Реально. Ну, я думал, скажут там, ну, молодец, прикольно. Единственное, что мне не понравилось, это то, что вот поставились, ну, с девочкой, и как-то вот после... Хочется попраздновать после выступления, сейчас как-то себя неловко чувствую, потому что вот она расстроилась. И чувство вины, короче, такое. Да все отлично. Ну, я нормально выступила, как бы все, что я могла сделать, я сделала. Дима круче, это факт. Поэтому, ну, не знаю, тут не на кого обижаться. А потом жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше. Работаем. Ну что, как? Это шок-контент, да? Да-да-да. Это да, больше, да. Чем шок-контент. Я давно не получала такого удовольствия. Такой спектр эмоций. И очень интересно, что же будет дальше. Мы поздравляем тебя с дебютом. Ты спасибо. Справилась. Спасибо. Сегодня было очаровательно. Друзья мои, увидимся ровно через неделю. Это «Новые танцы» на ТНТ. С вами была Лиса Нутяшева. До встречи. Пока.